Япония снова лидер. Поскольку в начале сентября Китай запретил ICO, цена биткоина упала ниже отметки $4000. Теперь первое место на рынке занимает Япония, которая когда-то занимал Китай, сообщает newsbitcoin.com и отслеживается на графиках cryptocompare.com. Теперь, согласно диаграммам, Япония занимает первое место с 49% доли рынка. Но Япония – это не единственная страна, которая получила выгоду от запрета Китая. Как показывают статистические данные, пользователи, ушедшие с китайских рынков, предпочитают биржи в Гонконге и Южной Корее для своих инвестиций.